Вітаю усіх, хто у цій порі разом з першим міським. Ви дивитесь програму «Тема дня». Мене звати Олександр Хрищенко. Ні незаконній рекламі. Сьогодні в Кривому Розі демонтували три рекламних конструкції. Виявили їх працівники патрульної поліції по вулиці Бикова. Потім поліцейські звернулися до інспекції з благоустрою міста, аби ті її демонтували. Адже банери перекривали необхідний кут огляду на дорозі водіям. На звернення відреагували швидко та після перевірки відповідних дозвільних документів та через офіційну відсутність власників конструкції узгодили їх знесення. Про розміщення незаконних рекламних конструкцій та боротьбу з ними говоритимемо більш детально у наступні 15 хвилин. Зараз вашій увазі сюжет моєї колеги Інни Богайової, після чого ми продовжимо тему дня з гостем у цій студії. Раскрутить саморезы, снять баннер, убедиться в том, что конструкция у нас аварийная. Демонтировать конструкцию. Демонтаж такого металевого банеру займає приблизно півгодини. По вулиці Бикова їх аж три. І усі незаконні, бо власника не знайти. Комунальники говорять, з проблемою встановлення нелегальної реклами стикаються не тільки на вулицях міста, а й на дахах будівель. Ми виконуємо роботи за дорученням інспекції з благоустрою і демонтаж рекламних конструкцій. Це була конструкція, яка знаходилась на даху. Там був технічно складний демонтаж, була залучена багато спецтехніки для цього. Контролюють процес демонтажу співробітники інспекції з благоустрою. Такі рейди проводять регулярно. Тільки за останній рік у Кривому Розі прибрали майже 300 рекламних конструкцій. Деякі з них були не тільки незаконними, а ще й небезпечними для містян. Власника цих рекламних конструкцій не було встановлено, тому це згідно порядку про розміщення зовнішньої реклами в місті. Такі рекламні конструкції підлягають демонтажу без направлення відповідного припису особам власникам. Рекламні конструкції, які законні, це рекламні конструкції, на які є відповідний дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, які належним чином оформлені, погоджені зі всіма органами, які зазначає робочий орган, тобто інспекція з благоустрою. В цьому місяці вже виявили близько 30 незаконних рекламних конструкцій. Їх або демонтували повністю, або при наявності власника перенесли до інших місць. Інна Бугайова, Олег Нікітін, перший міський. Продовжимо наш випуск. Гість нашої студії – це депутат Криворізької міської ради Андрій Немченко. Пане Андрію, вітаю вас. Я хочу одразу нагадати, що наші телеглядачі мають змогу долучатися до обговорення теми. Для цього необхідно зателефонувати за номером, який ви бачите на власних екранах, 067-827-0050, і ставити запитання нашому гостю. Хочу почати з того, що взагалі, що таке поняття зовнішня реклама, так, для розуміння наших, для наших телеглядачів, так, в цілому, зовнішня реклама, реклама розміщена на вулицях, щити, перетяжки, на фасаді будівлі фірми, рекламодавця, вітрина, наприклад, а також на транспорті, і вважається одним з найефективніших рекламних носіїв. Але, пане Андрій, іншої думки, можливо, так? Абсолютно ні. Я їхав к вам, посмотрел положення о зовнішній рекламі. Є спеціальне положення, утверджене Кабінетом міністрів. Вот. Абсолютно наш город не отличається нічим від других городов України, наскільки мені відомо. Также проблемы с рекламой. Считаю, что наружная реклама как таковая в том виде, который она существует в Кривом Роге, она немного закрывает наш город, если в кавычках можно так сказать. Абсолютно понятно, почему инспекция благоустроения выезжает на рейды, потому что действительно незаконной рекламы очень много. В сюжете мы видели рекламу, которая на растяжках, я так понял, не на растяжках, а на щитах. Но незаконная реклама – это также и поклейка на столбах. И очень часто вижу на столбах чуть-чуть повыше среднего роста человека, видать, кто-то с лестницей крепит, особенно рекламу перевозчиков. То есть этим всем занимается инспекция с благоустроя. Кстати, получить дозвол довольно-таки не проблемно. Это документы простейшие. Подается в положении там подается заявление и получается дозвол. Там две буквально бумаги. Действительно, они согласуются с рядом управлений.
Например, размещение рекламы на щитах на крыше, еще необходимо разрешение технической организации, которая подтвердит, что это безопасно. Это как пример, в общем-то. В городе у нас, я скажу, что по щитам, по бигбордам, я как бы не особенно владею этой ситуацией по количеству незаконно установленных или законно установленных. Однако последний ураган показал, насколько эти конструкции слабые. Да? Вот инспекция с благоустрою, возможно, обратит на это внимание, потому что многие эти конструкции очень опасны в такие чрезвычайные дни. То есть это действительно должна быть серьезная конструкция. На вашу думку, взагалі, як от часто, наприклад, виїжджає так на такі рейди? Чи завчасно, чи все ж таки потрібно частіше виїжджати саме відділу благоустрою, так, аби я із ролика зрозумів то, що... Я перепрошую, у нас дзвінок терміновий, так, наш телеглядач готовий поставити запитання. Добрий вечір. Слухаємо вас, ви в прямому ефірі на першому міському. Добрий вечір. Так, чуємо вас, чуємо дуже добре. Слышно мене? Так, так, чути. По поводу реклами, як його можна вирішити одним махом? Це ваше запитання? Алло? Це ваше запитання? Чи ні? Алло? Ви чуєте нас? Добрий вечір. Добрий вечір. По поводу реклами, разве його нельзя победить? Ее можно победить легко. Как в Белоруссии. Блокируют телефоны. Так, и далее что? Блокируют телефоны. Алло, алло. Чуємо вас, чуємо, слухаємо. Слухаємо вашу думку. Это пожелание. Алло, алло, да-да-да. Слухаємо вас, блокуєте телефони. Що далі, що далі? Ви чуєте нас? Так. І присилають штрафні санкції. Ага, зрозуміло. Ну ми практично нічого не почули. Якщо ви мене зараз чуєте, шановний наш телеглядач, будь ласка, спробуйте перетелефонувати і поставити запитання, тому що ми, окрім того, щоб блокувати телефони, нічого зараз не почули. Будь ласка, якщо є така нагода, перетелефонуйте. У нас депутат... Борьба з незаконною рекламою. Я не знаю, як у нашого сусіда Білорусь проводиться ця робота, однако, мені кажется, я догадуюсь, хто це дзвонив. Вот, я все-таки поделиться. Да, есть предложение, я слышал такое предложение о том, чтобы инспекция также проводила рейды по той рекламе, ведь в этой рекламе указываются телефоны, и наказывать тех, кого рекламируют по этим телефонам. Но я думаю, что это довольно-таки сложно, и в данном случае проблема заключается в том, что здесь может быть немножко неадекватна ситуация с размещением рекламы и подтверждением того, что именно заказчиком является тот человек, ну, который, телефон которого размещен на этой рекламе незаконной. Да? Так. Вот. С этим будет действительно проблема. Теперь, что исходя из ролика, меня порадовало то, что на это все отреагировала патрульная полиция. В общем-то, это та служба, которая постоянно находится на улице, которая постоянно работает в городе, она видит изменения ситуации. И вероятнее всего, я даже думаю, что если бы инспекция с благоустрою, а возможно она так и работает с патрульной полицией, оперативную информацию она также получает от патрульной полиции о незаконных незаконных, я имею в виду, вдруг появившихся рекламных конструкциях. Потому что действительно к этому серьезно надо подходить, потому что если рекламная конструкция установлена в соответствии с разрешением, за нее несет ответственность город. Представьте, если за эту рекламную конструкцию не несет
ответственности город, и с ней что-то происходит, и страдают люди, то здесь уже немножко довольно-таки другая ситуация. Поэтому за этим надо следить и однозначно жорстко реагувати. Ну, треба розуміти, так, яку зовнішню рекламу все ж таки можна розміщувати на теренах міста, от ви знаєте? В даному випадку, повторяю, рекламу погоджує, розміщення реклами погоджує інспекція з благоустрою. Да, там є требування определенного характеру. Если эта реклама подпадает под эти требования, то ее размещают. Добре. Повертаючись до мого запитання, наскільки от такі рейди бувають частими, так і наскільки вони відповідають? Я думаю, що стоит это задать сотрудникам инспекции с благоустрою. Вот, я думаю, что вы пригласите сюда кого-то из представителей этого подразделения міськвиконкома. Однако я полагаю, что работают. Я вижу их на улице. Я сам бував часто на ось таких рейдах, саме з відділу благоустрою, щодо от демонтажу реклами, і зазвичай скарги також поступає, так, скарги на відділ благоустрою міста, і тоді вони вже якимось чином реагують. Хоча, окрім цього, звичайно, вони також ви ж розумієте, що дана інспекція може перевіряти і без скарг. Звичайно. Тобто отримувати територію. Угу. Потрібно все ж таки позбуватися рекламних конструкцій, які не мають власників, так і дозвільних документів. У нас є определенне положення. Положення виконується всіми суб'єктами. Однозначно, що якщо якісь підприємці не виконують це положення, то така конструкція дійсно має бути демонтирована. Тому що, ну простите, закон один для всіх. Проблема в том, что вероятнее всего, что наши предприниматели иногда действительно идут по самому простому пути. Ведь рекламная конструкция фактически, она дорого не стоит. Вот даже то, что мы видели, ну, не проблемная конструкция и дорого не стоит. Возможно, штрафы. Возможно, установление собственника. Я так понял, что здесь не был установлен собственник, и в результате чего штрафных санкций не было. Ну, так, штрафные санкции должны существовать. Одно из правильных размещений, как нам сказал начальник відділу Евгений, так? Он сказал, что это самая информация власника. Хотя я так понимаю, что, возможно, он просто не установлен, принадлежность не установлена. Вот. Установить принадлежность, полагаю, что сложно. И понимаю, почему специалисты с инспекции с благоустрия действительно имеют, ну, как не смогли этого сделать. Потому что это определенный процесс установления, и не всегда это можно сделать. Ну а конструкции надо демонтировать. Будь-якого розміру, так, незважаючи там на те, що написано. Повторяю, если оно без разрешительных документов, значит оно установлено с нарушением. Дивіться, що робить людині, яка, наприклад, їй заважає от реклама, так? Я полагаю, что первоначально необходимо узнать, выдавалось ли на такую рекламу разрешение. И если разрешение не выдавалось, уже факт того, что это незаконная реклама, и требовать ее демонтажа человеку можно абсолютно легко. Добре, а где можно з'ясувати? Чи є дозвіл? Инспекция благоустрия находится в здании міськвиконкома. Угу. Поэтому... Тобто потрібно писати якесь відповідно там на адрес. Я полагаю, що в даному случае, если невозможно прийти, можна сделать або письмовий запит, або електронний запит за адреси. В будь-якому випадку, тепер говоримо за власників реклами. Якщо людина хоче так розмістити якусь рекламу, вона повинна знати критерії. Я знаю несколько рекламных агентств у нас в городе, которые абсолютно спокойно предоставляют эти услуги. То есть они сопровождают предпринимателей от момента разработки проекта рекламы вплоть до того, что где оно будет размещено. У нас в городе, насколько я помню, есть даже сетка рекламных конструкций, которые действительно стоят на учете в инспекции благоустрои. Там есть собственники, которые за них отвечают, и ты размещаешь на них свою рекламу. В общем-то, с
законным, правильным и грамотным размещением рекламы у нас в городе как бы проблемы как таковой я не вижу. Но все равно мы наблюдаем, повторяю, и растяжки незаконные, и конструкции, и поклеенные, извините, столбы. И, как правило, и больше самое такое, так, незаконная реклама. Да, в таком случае, ну, то есть она у нас в городе присутствует, и действительно с ней бороться надо. Ви сказали на початку реклами, перепрошую, на початку програми, навіть неможливо до ефіру, так що ну, це не найефективніший рекламний носій щодо зовнішньої реклами. Як тоді ви вважаєте, який найефективніший або один з найефективніших? Я дійсно, я не сторонник зараз, ну, ми говорили за бікборди. Я дійсно не сторонник реклами на бікбордах. Чому? Тому що время этой рекламы уже ушло. И я убежден в том, что если провести соцопросы, то мы выясним, что люди вообще не обращают внимания, что там, точнее даже не запоминают, что там происходит. Я полагаю, что электронная, то есть реклама, размещенная в соцсетях, дает намного больше эффекта, чем занимание, ну, то есть эти конструкции. Тем более, что, обратите внимание, это действительно такие конструкции, которые иногда даже в город-то не вписываются, в образ города. Я не помню, чтобы, ну, скажем, возникали такие проблемы. Я понимаю, почему возникают эти проблемы в Киеве, но я не помню, чтобы, например, возникали эти проблемы в Черновцах или во Львове, или в Хмельницком. То есть там вероятнее всего, что люди отказываются от этой рекламы. Або я могу ошибаться. Законослухняне. Я не буду давать оценку, больше или меньше кто-то придерживается закона. Я говорю о том, что городские власти, вероятнее всего, проводят в этом направлении работу. Хотя, в общем-то, если есть потребность в этой рекламе, значит, будут и конструкции. Значит, такая потребность есть. Ну и, напевно, один из минусов, так, є, на мою субъективную точку зору, от, того, что много цієї зовнішньої незаконної реклами, це малі штрафи. Ну, можливо, тут потрібно більш... Ви хотите сказать о том, что этой рекламы бы незаконной не было бы, было бы меньше, если были бы штрафы больше? Я повторяю, например, конструкцию, которую сейчас срезали, но это же не капитальная конструкция, вот как бы мы ни смотрели на это все. Растяжка быстро снимается. Больше штраф за нее, ну, возможно. Штраф такой должен быть, чтобы власник потом добре подумав и краще пришел. У меня только единственный к вам вопрос, опять же, как установить принадлежность, что эту растяжку установил именно этот человек? Это проблема. Речь идет уже ж тогда о судебном разбирательстве, либо о каком-то ином разбирательстве. И в этом, вероятнее всего, проблема. Ну, хотя я не готов сказать о размере штрафов сейчас. Возможно, они и очень маленькие. Возможно. Добре, я дякую вам за участь в нашій програмі, пане Андрію. Хоч трошки ми спробували розібратися у цій ситуації, можливо, так наш ефір... Так по чуть-чуть в важних вопросах ми розбираємося. Комусь корисний, так, да. Прийшовся. Ну, будемо ставити три крапки. Дякую. Депутат Криворізької міської ради Андрій Немченко побував в програмі «Тема дня». Ми сьогодні говорили про незаконну зовнішню рекламу, якої в нашому місті вдосталь, на жаль. На цьому будемо завершувати. Попереду «Народна думка». Для вас працював у студії Олександр Хрищенко. Дякую вам і бажаю гарних, продуктивних вихідних. Которые на обочине у дорог находятся вне жилом, там не мешает, но над дорогами очень даже отвлекает, я так думаю, она. И ее нужно убрать. А баннеры по дорогам, они не мешают мне совершенно. Нет, мне не мешает, поскольку я не являюсь водителем автомобиля, у меня нет прав. И поэтому мне не нужно отвлекаться на баннеры, и, в общем, мне они особо не мешают. Ну, конечно, заважаю, потому что чересчур их много. А тем более по телевизору вообще бы их убрали. И мы довольны и счастливы были, если бы их не было по телевизору. А на улице тоже, ну, богато их очень. И другой раз не прочитаешь, не успеваешь прочитать, что к чему.